В понедельник в Красноярске откроется торговый центр «Планета». Пока продавцы будут только выдавать интернет-заказы. Откроется и общепит, и еду будут продавать на вынос. У центрального входа в торговый центр планируют поставить открытый фудкорт. За разрешением работать накануне к губернатору обратились все владельцы торговых центров города. Предприниматели написали коллективное письмо. Иначе они обанкротятся, и тысячи людей останутся без заработка. Документ подписали 254 компании и 2500 сотрудников. В нем предприниматели указали, что обяжут посетителей соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Внутри установят санитайзеры, пункты выдачи масок и перчаток. Но пока ответа от главы региона бизнесмены не получили.